Следующий момент. Значит, я его называю уже суперсадовод. Вот. Что он мне пишет? Здравствуйте, Олег Константинович, фото абрикоса Серафим. Это ведро для друзей на варенье. Средний вес плода 67 грамм. Максимальный 77. Спасибо вам за это чудо, Макаров Алексей. Так вот, гражданин Макаров, придет время, вот, похоже, вы один из тех, кто меня заменит, и надеюсь, надолго. Вот, моложе явно. Так вот, значит, чудеса заключаются в том, что у нас все укрупняется, укрупняются плоды, чтобы меня морда не тыкали. Ага, если там будет один висеть, он будет 70 грамм, а если будет целое ведро, вот целое ведро 70-граммовых, видите, да? Вот, тем более это Серафим. А Серафим я начинаю 20-30-граммово. Мне иногда говорят, это все от науки. Но если приходило что-то ко мне от науки, а помните, последовательно с первого поколения на второе, не с первого на третье, не с первого на четвертое, а со второго на третье, с третьего на четвертое, это открытие, да. Но самое настоящее открытие. Что получилось? Укрупняются. А почему они укрупняются? Значит, кто-то их уменьшил. Как их уменьшили? Если участие науки в этом было, что я первое поколение, мне было 20-30 грамм Серафима, с помощью бесконечных пересевов все получалось, ну, какой-то сорт выводили выдающийся, а в среднем мельче, мельче, мельче и довели его вот до такого состояния. А теперь я поднял планку, а Макаров еще больше планку поднял. Короче, Алексей Иванович, извини, теперь тебя ждет нелегкая жизнь, я тебе говорю. Вот, сейчас меня простите, я сегодня пробовал купаться. Кажется, искупался. Сейчас, секунду. Готовься, дружище. В лес сам не знаешь куда. И учти, эта стезя не посыпана. Ты сейчас один из лидеров. Вот. Наши друзья в могиле. В могилах. Вот. Не так легко все будет. Это сейчас ты на подъеме, а потом шишки посыпятся. Так, ну, тебя поджимает Мезенов Олег Олегович из Брянска. Вот. Все же мы уже знакомы, да? Так вот, гражданин Макаров, он отдает вам должное, как лидеру. Вот, вы европейцы. Но подопрет когда-то. Так что не расслабляйтесь. Мне нравятся такие разговоры. Это разговоры дружеские, пикировки, не более того.